До этой встречи мы знали его лишь по фотографиям и статьям. И вот мы впервые увидели бортинженера космического корабля «Союз-7», героя Советского Союза Владислава Николаевича Волкова. Нас сразу же покорила его открытая лучистая улыбка. Здравствуйте, Владислав Николаевич! Он приехал к нам в феврале 70-го года как почетный гость областной комсомольской конференции. С того памятного апрельского дня, когда всему миру стало известно имя первопроходца космоса Юрия Гагарина, космонавты стали самыми любимыми героями нашей молодежи. Дорогие товарищи, друзья, разрешите мне искренне поблагодарить вас за ту теплую встречу, которая была оказана сегодня мне здесь, в вашем городе. Мы, советские космонавты, очень много получаем писем от трудящихся, от школьников, студентов. Они задают вопрос, что надо сделать для того, чтобы стать героем и прославить нашу Родину. Мне хотелось бы на этот вопрос ответить словами Михаила Ивановича Калинина, который сказал, что герой – это человек, воспользовавшийся случайностью. Но к этой случайности он готовился всю свою сознательную жизнь. Этот подарок герою космоса привезли моряки-балтийцы, которых связывает с кировской молодежью давняя и крепкая дружба. Он пробыл у нас 2 дня. 2 дня дружеских улыбок, горячих встреч, цветов. Но, наверное, больше всего запомнилась встреча во Дворце культуры машиностроителей. Говорит председатель Кировского горосполкома Александр Митрофанович Вареник. Товарищи, исполком городского совета депутатов трудящихся принял решение о присвоении летчику-космонавту, герою Советского Союза Волкову Владиславу Николаевичу звание почетного гражданина города Кирова. Дорогие товарищи, друзья, у меня просто не находится слов, чтобы выразить вам ту благодарность, которую я сейчас к вам питаю. У меня есть родина, есть город Москва, но теперь у меня есть еще один город, город Киров. Почетный гражданин города Кирова был почетным гостем нашей студии. В тот вечер у голубых экранов собралось особенно много зрителей. Владислав Николаевич, за эти 2 дня у вас было много встреч с кировчанами. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления от этих встреч. Вы знаете, у меня так много впечатлений о встрече с кировчанами, что, наверное, трудно одним словом высказать и рассказать об этом. Мне хотелось бы просто все это дело обобщить и сказать сразу обо всем, что те встречи, которые были у меня на вашей прекрасной гостеприимной Вятской земле, как вы любите называть вашу землю, это прекрасные встречи, прекрасные отношения людей. Ну и где бы я ни был, я все время чувствовал теплоту сердец кировчан. Владислав Николаевич, расскажите, пожалуйста, о вашем пути в авиации, в космонавтику. У меня с авиацией связано очень много впечатлений, очень много общего с авиацией.
Дело в том, что вся моя жизнь, вся моя юность и уже зрелый возраст прошел среди авиаторов. Мой отец, моя мама – это люди, которые работали в авиационной промышленности. Отец и до сих пор работает в этой же области. Мои дяди – это летчики, бывшие летчики, которые сейчас находятся в отставке. Тот мир, который окружал меня, это тоже авиационный мир. Я жил в одной квартире с другом Валерия Чкалова, Алексеем Петровичем Виноградовым, который очень много сделал для меня, для того, чтобы привить любовь в авиации. Ну, а теперь, наверное, самый главный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем полете на космическом корабле «Союз-7». Полет трех космических кораблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8» – это новый большой вклад нашей науки в дело освоения космического пространства. Вы прекрасно понимаете ту сложность, которая стояла перед нашими учеными, перед людьми, которые готовят космическую технику, перед стартовой командой, которая производит запуск космических кораблей, чтобы с достаточно большой точностью, строго в определенное время, произвести запуск через день трех космических кораблей. Это очень тяжелая и ответственная работа. А сейчас я предоставляю слово Геннадию Тимофеевичу Бокину. Дорогой Владислав Николаевич, областной комитет по радиовещанию и телевидению занес вас в книгу почета. Я с удовольствием вручаю вам свидетельство о занесении в книгу почета и прошу вас расписаться в ней. А сейчас позвольте зачитать вам адрес. Звездный городок, отряду космонавтов СССР. Дорогие друзья-космонавты, сегодня, 20 февраля, в нашей студии телевидения выступил космонавт, герой Советского Союза, почетный гражданин города Кирова Владислав Николаевич Волков. На память об этой встрече Кировский областной комитет по радиовещанию и телевидению дарит вам, отряду космонавтов Советского Союза, наш цветной телевизионный фильм «Дымковская игрушка». Пусть это наша скромная кинолента напомнит вам о вятской земле, где с такой любовью встречали вашего звездного брата. От имени кировских телезрителей, всех тружеников ордена Ленина Кировской области, в юбилейный ленинский год горячо желаем вам новых успехов в покорении космоса. Спасибо. Обязательно передам. И надеемся, что вы и с удовольствием посмотрите наш цветной телевизионный фильм. Спасибо. Две части, да? Две части. Владислав Николаевич, эти цветы дарят женщины нашей студии. Вы понимаете, что два дня осталось до праздника, Дня Советской Армии. Поэтому мы от души поздравляем вас. Спасибо. И, пожалуйста, помните, во всех ваших трудных делах тепло наших сердец всегда с вами. Спасибо. Спасибо вам большое. Софья Николаевич, что бы вы хотели сказать кировчанам на прощание? Ну, я не хочу сказать на прощание, я хочу сказать всем кировчанам до свидания, потому что у меня теперь вместе с моим дорогим и близким городом Москва есть еще один город, город Киров, который я также полюбил и буду любить, так же, как и город Москва. Мне хотелось бы еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех кировчан за прекрасную теплую встречу. Я эту встречу несу с собой в звездный городок и об этом, конечно, обязательно расскажу всем нашим космонавтам.